В Одинцовском отделении партии «Единая Россия» прошло заседание местного политсовета. В повестке было два вопроса – о созыве пятой конференции и об итогах деятельности единороссов за 2023 год. Также обсудили приоритетные задачи на ближайшее время, в том числе помощь фронту. Только за октябрь партийцы передали 6 тонн гуманитарного груза в Донбасс – лекарства, теплые вещи, продукты, строительные материалы и специальное оборудование.